гренадеры. Давайте смотреть Yamaha серии Super X SA700. Значит, я уже неоднократно говорил о том, что, на мой взгляд, вот из всех как бы реплик, копий, назовите как хотите, в формате Gibson ES-335, Yamaha серии SA – это, наверное, лучший выбор, да, если как бы, ну, не хватает денег на честный там 335 стандарт, то SA-шки – это, ну, вот, на мой взгляд, стабильно хорошие инструменты, сколько у меня их было там разных. И 600-е, и вот 700-е, и 1000-е, и 900-е, и 1500-е, и 2 там, и 2500, по-моему, даже. И чем вот эта 700-ка, ну, это такая средняя ценовая категория, отличается от 1000-й, мне сейчас сложно сказать, но вот данный инструмент, ну, по-моему, совершенно прекрасный, прекрасная гитара. Вот, и в очень хорошем состоянии. Она вообще у Саши как бы есть такая вот болезнь чисто эстетическая, что лак, которым они покрыты, он идет таким молоком, мутнеет. Очень часто это бывает. Ну, многие говорят, что из-за климата, еще из-за чего-то. Вот, на звук это не влияет, но выглядит не очень красиво. Вот, в данном случае ничего этого нет. Мы ее так, в общем, она такая полированная, блестящая, все тут замечательно. Вот, да и по звуку классно. Вот, выглядит сзади вот так. Значит, колки вот так, Yamaha написано, там Japan, все дела. Вот, и вот так выглядит голова, вот с этой гордой надписью Super X. X — это вообще топор, да, но на сленге как бы это и гитара тоже. Вот, давайте, значит, этот Super X послушаем в комбик Fender Blues Junior на чистом звуке сейчас. Немножко я тут что-нибудь поизображаю. Инструменте, по-моему, вообще все замечательно, и звук, и писк, и цвет там, и вообще все хорошо. Вот, и везде, где в контексте каком-то музыкальном применимо hollow body, то есть вот это совершенно, то есть здесь все, по-моему, хорошо. Вот, давайте сейчас с драйвом погоняем эту SA-шку 700-ю. Thank you.
хватит терзать замечательную Yamaha серии Super X модели SA700 в прекрасном совершенно состоянии. Я говорю, после, в общем-то, серьезной предпродажной подготовки инструмент очень приятно взять в руки. Он весь так блестит, переливается. Фактуру дерева здесь видно. Значит, струнки низко, звучит мощно. Ну, по-моему, все очень-очень неплохо. Вот, гитара в лавке, гитара наличная, гитара продается, гитара обменивается, обмены рассматриваю все в пределах разумного, пожалуйста, рассрочки, кредиты обсуждаются, вот, а я на этом прощаюсь, спасибо за внимание, пока-пока.